Женщина стоит возле ворот рая. Там ее встречает святой Петр. Пока она ждала своей очереди, она разговорилась с Петром. Через некоторое время начали доноситься какие-то крики. Она: «А это что такое?» А он: «Да не переживайте, это новому прибывшему делают отверстие над головой для ореолы». Она: «Ясно». Через какое-то время крики начали доноситься еще сильнее. Она: «А это что происходит?» Он снова: «Да не беспокойтесь, это все этому же человеку делают отверстие на спине для крыльев». Она: «Ясно». А сама потихонечку начинает уходить вниз. Петр говорит: «Ну куда же вы уходите?» Она: «Я лучше в ад пойду». А Петр говорит: «Ну зачем вам в ад идти? Там же вас будут жахать, и еще раз жахать. Она: «Лучше я в аду побуду, у меня как раз там для этого отверстия имеются».